И BAFTA присуждается Брэду Питту за «Однажды в Голливуде». Боюсь вас всех разочаровать, но, к сожалению, Брэд Питт, и я тоже очень разочарован. Он не смог сегодня приехать, поэтому награду от его лица заберет Марго Робби. Ладно. Брэд не смог сегодня приехать по семейным обстоятельствам, так что он попросил меня прочитать его речь за него. Так, ладно, он начал со слов. «Привет, Британия! Слышал, ты только что стала одинокой? Добро пожаловать в клуб! Желаю всего наилучшего с разделом имущества, бла-бла-бла». Затем он говорит «Спасибо Академии за эту невероятную честь». Он говорит, что ему всегда было немного не по себе из-за Королевской Академии Драматического Искусства и титанов, что были здесь до него. Поэтому для него эта награда особенно значима. Он говорит, что хотел бы поблагодарить продюсеров Дэвида Хеймана и Шеннон Макинтош, дикую и замечательную Зои Белл, Роба Алонсо и других постановщиков, милейшую Ариану Филлипс за ее обтягивающие джинсы. Я тоже благодарна ей за них. Своего старого друга Саймона Джонса и единственного и неповторимого Квентина Тарантино. Затем он снова и снова благодарит вас, бла-бла-бла, бла-бла-бла, слишком много. О, а еще он говорит, что назовет награду Гарри, потому что очень рад увести ее с собой в Штаты. Это его слова, не мои. Спасибо. Спасибо.